старшая дочь знаменитого режиссера Олега Табакова Александра, ведет затворнический образ жизни. Уже долгие годы она не общается со своей матерью Людмилой Крыловой и братом Антоном Табаковым. Дочь Олега Табакова, 54-летняя, Александра почти все время сидит дома. Она очень замкнута, скрытна. Не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. Периодически в сети говорят, что Александра выпивает. Но эта информация остается лишь слухами, и доподлинно о ее образе жизни ничего не известно. Старшая дочь Олега Табакова не пришла даже на похороны к режиссеру, который умер в 2018 году. Александра не смогла перенести развода родителей и навсегда разорвала отношения с Олегом Табаковым. Еще больше ухудшил ситуацию второй брак режиссера с актрисой Мариной Зудиной. После этого карьера дочери Олега Табакова пошла под откос. Все лучшие роли достались новой жене режиссера, а Александра играла только в эпизодах. Дочь не смогла простить отца и перестала с ним общаться. Сейчас о судьбе героини «Маленькой Веры» мало известно. Актер Станислав Садальский в беседе рассказал, что он ничего не знает о судьбе актрисы. «Я не знаю, где она. Я знал ее, когда она была еще девочкой. Потрясающей. С юмором очень смешной. В театральных кругах о ней ничего сегодня не говорят», – заявил Станислав Садальский. Напомним, после развода с матерью Александры Олег Табаков женился на Марии Зудиной, которая подарила ему сына и дочь.